Первый корпус городской клинической больницы номер 6. Под одной крышей здесь находится и поликлиника, и стационарное отделение. Большой ремонт пришел сюда в 2019 году. За это время строители заменили все окна, утеплили чердачные перекрытия больницы, отремонтировали 5 этажей и проложили новые инженерные коммуникации. Это была очень такая серьезная работа. Заменили полностью все сети электроснабжения. То есть сети электроснабжения были уже просто в очень плохом состоянии. Теперь все в порядке. Я надеюсь, что это все очень надолго. Стоимость всех строительных работ на этом объекте – 175 миллионов рублей. Проведенный впервые за полвека капремонт позволит организовать работу в 6-й ГКБ. По принципу бережливой поликлиники появится и новое отделение диспансеризации. Там, где будут пациенты, уже здоровые пациенты будут проходить диспансеризацию, а на других этажах пациенты, которые уже с заболеваниями будут обращаться. И вот здесь, на цокольном этаже, где мы находимся, также будет находиться гардероб, картохранилище для выписки больничных листов, неотложные помощи, что тоже сейчас очень важно по бережливому производству, по бережливой поликлинике, и кабинет доврачебного приема. А это стационар 6-й ГКБ. Здесь лечение больных, в отличие от поликлиники, на время ремонта останавливалось. Нина Шудегова – постоянный пациент этой больницы. Признается, после ремонта ее не узнала. Было, конечно, ужасно, плачевно. Были грязные стены обшарпанные, старый линолеум в дырах, можно сказать, старые рамы, которые уже могли вывалиться в любой момент. Туалеты, душевая, вот это все тоже очень важно в больнице, поэтому условия создали на высшем уровне, можно сказать. Гарантия строителей на проведенный ремонт 5 лет. Сейчас по программе «Большой ремонт» в Ижевске делают еще 8 больниц. На эти цели направлено почти 800 миллионов рублей. Наталья Байгозина, Павел Яскин, новости.